Жена всегда на него жалуется, а для меня он все равно, что духи. Шутите? С чего вы взяли, я к нему привык? Сомневаюсь. От керосина дочисто никогда не отмоешься. Да, не от... Шиллер, Шиллер, дался ему этот Шиллер, Шмиллер. Горячий денек. Четвертый вызов за день. И жариться можно! Ай, порой забываешь, на каком ты свете. А сегодня финал кубка, опять прозеваем. А пёс-то наш пёс. Робот, а нюх, как у собаки. И у каждой собаки такой нюх. Старым, как будто кажешься вам в отцы. Да? А почему у вас у самого нет дочь? Вы видите ли, жена не хотела детей и... Простите, я подумала, что вы смеетесь надо мной, я... Да нет, нет, это хорошо, это очень хорошо, что спросили. Меня уже давно никто ни о чем не спрашивает. Нынче никому ни до кого нет дела. Машины! А вечером все танцуют. Или колотят друг друга. У меня там нет друзей. Вы рассуждаете, как старушка. Ну вот, значит, я не гожусь вам в дочке. Да нет, нет, я не это хотел сказать. Я хотел... Святая простота. Довольно. Где? Что ты на меня смотришь? Перестань так на меня смотреть! Где они? Господь не узнал бы своего сына! Где вы ее взяли? Ну, той, что сожгла себя вместе с книгами. Она сказала, зажжет свечу, которую не погасить. Что с вами, профессор, вам плохо? Трус. Я не совершил никакого поступка. Видел, знал, к чему все идет, когда стали будто бы на ремонт закрывать библиотеки. Теперь они инсценируют погоню. Ну, вы сбили их со следа, не признаваться же в этом, что начальство скажет. Да и зрителя нельзя слишком долго держать в неведении, нужна развязка. Сейчас они ищут первую попавшуюся жертву, чтобы с помпой кончить эту комедию. Вот увидите, не пройдет и 15 минут, как вас схватят. Ну как? Терпение, сейчас вы появитесь вон там, в конце улицы. Посмотрите, как ведется съемка. Эффектно улица в перспективе. Верхний план, длинная панорама по домам. Они и ждут любого беднягу, что выйдет на улицу. Вот, наш закон идет. Слушайте, пришли